Добрый день. Я очень рада, что смогла сегодня присутствовать в Екатеринбурге. Я вижу много знакомых лиц, с которыми уже встречались на семинарах по кюдо в Японии, чему я очень рада. Сегодня здесь присутствуют студенты из университета Сайтама в Японии, и я очень рада, что они смогли пообщаться со своими друзьями из России. У японских боевых искусств множество поклонников по всему миру. Однако у кюдо есть одна важная особенность. В кюдо нету партнера. Все происходит внутри самого человека. Это очень важная отличительная особенность именно кюдо. Я очень надеюсь, что подобного рода международные обмены будут развиваться и дальше и происходить все чаще.